Привет, друзья! Тут зажигалочка. Сегодня мы отправляемся в латвийскую деревню, в село Праулена, которое отмечает 515 лет. Это в 2,5 часах езды на автомашине из Риги на восток. В этом фильме мы будем пробовать огненный сыр и местное пиво. Sveiki, sveiki! Priecīgus svētkus! Сыр Мадонас Угунс Сирс созревает в Боднеках Праулинской волости Мадонского края в месте, известном производством высококачественных продуктов. Мадонский огненный сыр Мадонас Угунс Сирс по-латышски – это зрелый плавящийся сыр, сделанный по рецепту Ласмы Адамовичи на предприятии Эдгара Захарова. Вот рассказывайте мне про этот сыр, пожалуйста. Чем вы меня будете угощать? Это наш мадонский сыр, он готовится у нас в Мадоне. Я его приготовляю, делаю такую дрожжевую воду, его всего... Как сказать, обмываю. Обмывать надо каждый день. И он готовится месяц. Угу. И вот он получается вот такой вот красивый. Месяц, и они у меня считаются как детки. Я их делаю соленую воду и каждый день их перемываю. Вот перемываю. Угу. И вот они в температуре 15 градусов держатся. Им свою температуру надо. И такой тогда у них специфический... Вкус такой. Типа голубого? Нет, нет, не вкус, другой? Он смаржа. Запах. Запах у них такой. А как вы делаете его? Как Иванов сыр? Саму основу? Да. Как Иванов сыр, да? Да, да, да. И вот... И подаете его? Вот подаю в таком виде. Вот он вот у нас лампа. Тут он жарится наверху. Ну, вот так. Вот И потом процесс, посмотрите, как я его подам. Это ваш рецепт? Нет, это не мой рецепт. Ага, это знакомый какой-то рецепт, да, известный? Ну, как бы первый раз мы его, вот на это наша фирма его первый раз вот попробовала сделать, и всем понравилось, и так вот мы начали делать. А ваша фирма это? Мадонас Угунс Сирс. Мадонас Угунс Сирс, это еще одна фирма? Мадонас Алус. Мадонас Алус вторая? Да. Мадонас Алус тут? Мадонас Угунс Сирс, это ваша? Тут, да. Именно Угунс Сирс. Но это не мой, а... Я понимаю, да. Ну, сейчас попробуем. Вот так, Оля тут готовит специальный огненный сыр. Так, еще немножечко, и тогда погреть, я вам... да? Да, еще немножечко, тогда я вам дам. Так, давайте. Все, горячий сыр, он прямо течет. Вау! Он как плавленый получается, да? Мимо. Немножко. О, нет, поехал туда. И он таким сохраняется, пока ты его ешь, да? Или он твердеет? Его потом твердеет он, да. Потом твердеет. Мы с Ником устроили пикник прямо на газоне, расстелили наше одеяло и с удовольствием отведали как мадонский огненный сыр, так и мадонского пива. Этот сыр начал свой путь к гурманам недавно, в 2020 году. Сыр Мадонас Угунс является новым продуктом в Латвии, хотя его традиции восходят к XVI веку в Центральной Европе. В то время, когда в Латвии было доступно всего несколько сортов сыра, настоящие любители сыра с мировым опытом начали создавать новые рецепты, экспериментируя и совершенствуя старый рецепт,
чтобы получить этот уникальный, сбалансированный, ароматный и равномерно плавящийся сыр. Сыр стал неотъемлемым дополнением ни к одному изысканному блюду. В этом месте производят не только уникальный сорт сыра, но и лучшее живое пиво. Насыщенный вкус пива «Мадонас Алус», полученного из специально отобранного ячменя и пшеницы, дарит мягкое и бархатистое удовольствие. Я работаю официанткой. Обычно я в ресторане, там, на месте в Ботниках, а сегодня вот здесь, на выездной торговле. Сама я не пью никакое пиво. Мадонская пивоварня в Ботниках – это не только пивоварня, которая предлагает бутылочное и разливное пиво в кегах и огненный сыр. Здесь вас ждут барбекю-терраса, грузинский ресторан, парк для кемперов, экскурсии и дегустации. Но об этом в одном из моих следующих фильмов. А сейчас посмотрите, как бравлинская молодежь танцует народные танцы. А потом я вам покажу несколько тортов, изготовленных местными деревенскими кондитерами. Латышки не только красиво поют и танцуют, но и прекрасно готовят. Посмотрите, какие красивые домашние торты они принесли на праздник. Местным жителям и одновременно дегустаторам не просто определить, который торт самый вкусный. А вот юбилейный торт на несколько сотен гостей приготовили оригинально. Всем хватило. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. В одном из следующих фильмов я покажу, как в Правлине отметили 515-летний юбилей. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.